Сегодня Архангельск простился с Александром Поликарповым, видным политиком и общественным деятелем региона. Уроженец Минской области, в советское время он проходил службу в вооруженных силах, трудился в Онежском горкоме КПСС. Вообще, Онежский район стал для Александра Ефимовича родным. С 83 по 88 год работал редактором местной районной газеты. С 91 года занимал должность начальника государственной налоговой инспекции Онеги, а с 96 руководил администрацией Онеги и Онежского района. Был очередной виток, такой достаточно депрессивный. Я помню, как у онежан зажглись глаза, когда район возглавил Александр Ефимович. Он умел внушить доверие и вдохнуть оптимизм. После Александр Поликарпов трудился в администрации региона. С 2005 по 2013 год был заместителем председателя Архангельского областного собрания депутатов. С 2013 по 2018 годы депутатом Архангельского областного собрания. Там возглавлял комитет по региональной политике и вопросам местного самоуправления. Был заместителем председателя комитета по этике и регламенту. Александру Поликарпову было 69 лет. Он похоронен на Жаровихинском кладбище.